РК стрела быстрее. Ты быстрее, я стрелу сейчас достану сейчас. Сейчас покупаю. Не покупай, помогай, все. Есть, разлагала сейчас. Меня стреляют! Объясни, пожалуйста. Бля, смотрите, дело такое, короче. Остановил их машину, посадил колеса, они сидят там в машине. Но я подхожу, короче, блядь, не хочу их убивать, хочу их задержать. Подхожу к машине, блин, под прицелом его держу. В этот момент спецназ дает мне одну монетку, короче, я наклоняюсь, выбегает домкрат. Ну, бля, я знаю эту хуйню, я тоже так умею. Но, блядь, я так не делаю. Это, ну, подожди, это... тебе просто неприятно, что тебя развели. Знаешь, ну это херня, ты сам понимаешь. Ну, Фокс Харри Ворнера так принимал неоднократно. Меня так принимали тоже. Я тоже так принимал, только один раз. Но это не серьезно, согласись. Ну блин, извини, Инспектор, давай это вот оставим этот, как бы, между нами. Я не говорю, это не факт. Это баскет типичный, блядь. Я бы мог целовать сто раз. Я ждал, пока они будут. Хотелось бы. Вот такие они придурки. Ну блин. Давай это, не будем за это, я тебе серьезно говорю. Ну, бля, я тоже так могу делать, ты же понимаешь, кстати, просто так не делаю. О, ну, просто мы так тоже, я так делал тоже неоднократно. Но... Я один раз так делал, когда там засел в здании, как какой-то упырь кстати. Это я тогда на свою голову научил спецназа, блядь, так делать. Он вроде тоже так не делал. Теперь начал. Нет, ну просто тебе обидно, потому что ты поверил этим ослам, а они тебя подстрелили. Вот да ты так... Понимаешь, не то, что я поверил. Если бы они вышли в машину и начали правым, я бы их завалил.
Не, я, давай не будем идти, блин. Ну, блядь, нормально. Я просто, блядь, вчера доверия не будет. Скажи ему все, я пипетом. Я проебал оружие. Красное. Проебал, да. И верим. Команда такая опасная. Ты понимаешь, в чем смысл? Я, блядь, не хочу их убивать всех. Я мог всех сразу взять, троих, пока они в машине сидели. Просто я хотел, блядь, по-человечески. Если я начну всех расстрелять, начну тоже жалобу. Бля, вот беспредельщик инспектор. Самый, а знаешь, это? Гранит заходит, когда на сервак, он сразу говорит, так, мне пленные не нужны. Вот, и все. Бля, я хочу как-то, бля, более-менее гуманно с ними обходиться, бля. Не, ну правильно, вот. Но вот они в данной ситуации заслуживают такого отношения. Я потому что с ними уже задолбался. Они такой народ, смокер перевоспитался вроде, а спецназ наоборот стал каким-то этим ужасным. Да смокер никто не перевоспитался. Ну не знаю, но в отношении меня, во всяком случае, а то он меня валил всегда. Я приеду там на гангу, там купи себе что-нибудь, он в одной банде, он меня убивает. Такие вещи проходили. Ну короче, блядь, я сейчас тупо буду всех красных валить. Просто вот красные хоть за права, я буду расстреливать. К ебе не матери. Ну ты без фанатизма уж. Гарри. Ладно, парни, я уже минут 15 коробочку. Слышал. Вау, патронах! Ладно, ну чё, пойдём сюда.